последние дни более-менее как-то по звукам дальше все. Вот, а до этого было пару недель, сами видите, прилетало как бы. Вот, сейчас поспокойнее, вот, как вы видите, все стараются что-то готовить на мангалах, как-то так и выживаем. Ну, тут принцип защиты территории, скорее всего. Какой территории защиты? Людей прежде всего надо защищать, а не территорию защищать. Сволочь он! Обращение к Зеленскому. Если можете, приедьте в Мариуполь со всей Верховной Радой и посмотрите, что вы сделали. Избежать, понимаете, сейчас армия украинская такая, что прячется по домам. Значит, из-за них разрушаются и дома, и мирные жители, трупов у нас тут, хороним трупы. По какой принцип можно сравнить с жизнью людей? Вы видите, что натворили? Это мы хотели спросить у Зеленского, почему между домами прячутся. Пусть сдадутся. Мы хотим, чтобы у нас наступил мир, чтобы не было этих взрывов. Пусть они разбираются, политики сами. Самое большее вреда нам Азов. Да, Азов. Его нужно уничтожить. В начале боевых действий, когда выключили воду и все остальное, газ и все, у людей стала заканчиваться вода. Ну и пока все это было не разбито, мы сняли одну трубу и набирали дождевую воду прям так. Потом нашли резервуары, подготовились, у нас пришили разбито, сделали все. Мы целый месяц ждем дождя, которого, к сожалению, до сих пор нет. Поэтому проблема огромная. Пытаемся выживать, но